Смотрите, выходим на пляж наконец-то. Ой, отель какой, весь в звездах прям. О, Наташа несет свою сумку и мою сумку. Потому удобно, когда у тебя есть подруга Наташа. Так, а мы вроде выяснили, как нам идти. А вот и я тоже делаю запутушку. Все, идем на пляж. Сейчас нам нужно как-то выйти, завернуть за отель и просто идти прямо, потом свернуть, и будет нам Корниш. Сейчас, когда идем до Корниша, вам все расскажем. Ну и немножечко покажем, как мы идем. Ой-ой-ой, какой ветерок все еще. Решила войти. А подожди, еще раз покажи. Шлепках. Эту сумочку мне подарила школа, кстати. Посмотри, вот на каникулах мне подарила школа такую сумочку. Всем такой подарок давали. Кстати, удобная. Да, удобная, но я сначала стала удивлена, что за подарок, почему он пустой. Обычно в сумочке что надо положить. Обычно нам чашку давали или брелочек, а сейчас просто вот дали сумочку. Кстати, покажу, приближу. Молодые люди. Молодые люди завтракают. Прикольно. Не знаю, с какой. Ой. Так, вот наш отель. Коти Ярд Бай Мариот. Котик Ярд. Это наша вся. Да, я так хорошо стала. Что таксист. Мотоциклист меня чуть не сбил. Надо быть осторожной. А смотрите, как все-таки популярны скутера сейчас. Класс. Я сама в школу езжу на скутере. Очень удобно. Так, Наташа просит мне показать бабочек. На этом. Сейчас покажу. Подожди. Да, бабочки на этом. Даже крылышками машет. Класс, ага. Тут столько вкусностей. Да, это вот у нас возле Манила Пиной Пастри. Манила, столица Филиппин, тут точно должно быть вкусно. Так вон филиппинцы кушают, ну кофеёк, это. Приятного аппетита вам, ребята. Ой, как дует так. Кстати, сюда надо будет зайти купить новую селфи-палку. Что мне мужа как не покупаем селфи-палки, у меня, по-моему, вот больше 5 месяцев не действует. Ёлки-палки. Хочу показать вот это вот. Ой, да, смотрите, какая красота. Это кувшинчик, который, да, арабский кувшинчик, где всегда кофе и чай. Это что вот такое, я не совсем понимаю. А и вон бахурница, как я говорю, курница, Наташа смеется. Да. Во всех видео про нашу парфюмерию мы показывали ее тоже. Вот, так что популярная такая атрибутика. Смотри, и башня, да, как всегда такие башни квадратные, тоже символ прошлого столетия Эмиратов. А тут он мужской салон, если постричься. Да, только если кому-то постричься нужно. Вон бокалы снова. Близко магазинчик. Это остановочка. Смотрим, да? Не как в Дубае. В Дубае там такие со всякими кондиционерами. Хотя, может, здесь тоже есть кондиционер. Здесь тоже есть, а да? А что там люди сидят и все? Ну, заметила. Потому что у нас в Ильяне таких нету, по-моему, да? Нет, в центре. У нас в Ильяне в центре только есть, а когда вот такая жара, человек стоит и нету даже деревца, чтобы спрятаться, у нас нету. Не, у нас там есть ими знающие люди, знают, где стоит. А какой тут номер, кстати? 203 какой-то. 203. Нам говорили до Марины Мол 903, но, наверное, с другой стороны. Вот просто смотрите, куда вам надо, и в Google карта вам в помощь. World Trade Center. Ой, как шумненько. То есть нам нужно идти вот прямо, и, надеюсь, мы дойдем до пляжа Корниш. Все, про Корниш у нас уже были видео, но снова покажем. Да что за погода, жесть, дует так, что капец. Ай-яй-яй. Посмотрите, по какой красоте. Очень нравятся такие деревья яркие, да? Смотрите, какая мечеть красивая впереди. И здание Ролекса. Кому нужен Ролек, вам сюда. О, и вон наш и отель там, и Трейд-центр, уже рассказывали, показывали. Вот идем и все время на красоту оглядываемся. Нам еще вот туда пряменько идти, в Корниш. Ой, сдувает. Наташа, смотрите на Наташу. Просто Наташа просто улетает. Я улетала. А блайзер перевязывает. Перетянула. Перетянула, потому что сдувала, просто сбрасывала. Вот такой у нас просто поход. Пойдем. По-моему, как супермены летим на пляж. Мы вот остановились, любуемся небоскребами. Блайзер придерживаем от ветра. Ого! Скажи уже, сколько вроде бы видели в жизни. Да, вот не устаю любоваться. Вот оттуда мы шли. А может, на Корниш и пришли. А вот уже, да, и Корниш.
Ну, красота! И вот мы подходим к переходу. То есть, видите, там дорога, Корниш, и надо зайти в переход. Но это правильно, потому что там такая трасса несется. Эти небоскребы прикольные, салатовый, синий. Ну, цвета просто радуют. Яркие, яркие краски. Ты решила все-таки по ступенечкам, да? Ну да, ступеньки, пеньки, пеньки. Сейчас посмотрим, тут камушки красивые. Там больше, там пологие, это есть на той стороне. Ну, пологие, мы просто в слиперсах. Я не уверена, что мы не подлетим, если там где-то там чуть-чуть, нормально. Чуть-чуть скользко. Так, все нормально. Ой, снова вода. Вы заметили, вот мы как показываем, в каждом дворике, в каждом переходе вода. Символ жизни, пустыни-то особенно. А, вот эти красивые мозаики всегда. Вот не просто переход, да? Оп. Не знаю. Не знаю, нам все нужно как-то перейти эту дорогу. Такие ястребы. Ястребимая охота – это одно из больших увлечений местных жителей. Ну, богатые местные жители, конечно. И ястреб – это птица-символ Арабских Эмиратов. Мы не туда перешли. Мы туда перешли? Мы туда, потому что мы вышли вот в этот парк. Парк вышли. Ну, пошли посмотрим, что в парке, если уже вышли там, ладно. Вот так, не туда мы вышли. Что же мы так? Идем в парк. Ой, вышли мы в парке. Короче, не на ту сторону. Ну, короче, сожгли немножко калорий. Поднимаясь, спускаясь по ступенькам. Есть такие, по-моему, там переход, вон люди идут. Ну, а вот это куда? Я не могу. А вот еще переход. Или что это такое? Так, что-то заблудились-то. Ну вот есть для, вон, pedestrian underpass тоже есть. А ну дай-ка я загляну, что дворик такой красивый. Ух ты! Это слушайте, просто... вообще! Это для отдыха? И снова вода. Ух ты, прикольно. Хорошо, зелено, красивые. Что за цветы такие? Не знаю, красота. Кто знает, напишите, пожалуйста, ну да, я подойду, сниму водичку. Красиво, лавочки стоят. Я думаю, здесь вечером очень прикольно посидеть. Такое на свидание сходить, с кофейком посидеть. Красиво, красиво. Прикольно. Кстати, ветер чуть утих. Ну, потому что здесь это... Да, на стены охраняют. Я надеюсь, вот это переход. Ой, смотрите, это просто не то, что переход. Это основа, да? Это какой-то этот, как это сказать? Да, вон на ту сторону. Мейс по-английски, лабиринт. Во. Лабиринт. Мейс? Мейс, да, а по-английски. Мазе. Мазе? Мазе, короче. А видишь, они пошли это, по наземному. Ой, что-то пошли лучше вниз. Да, я тоже. Что-то так машины было. Летят. Не, они стоят, все нормально, но надо что. Ну, пошли калории сжигать, короче. А вон уже заливчик, видно моречко. Ладно, все, идем. Сейчас скажи, Индийский океан. Не, Индийский океан это просто... Это, извиняюсь, прошу прощения, даже не в Индии нога, это... Это на Шри-Ланке точно, или внизу, на юге Индии, на Керале. А, да, вы же помните, если вы едете в Фуджейру, вам рассказывают, что там Индийский океан. Да, там его нету, смотрите карту. А потом, как я написала в одно бюро, говорю, зачем вы так говорите? Они говорят, ну мы в автобусе говорим правду, что мы на океане едем. Ну там показывают красивые форты, красивые отели, вы купаетесь в красивом заливе. Но на океан вы не едете, потому что его здесь нету. Здесь залив. Иногда мы называем его морем. Давай быть правдивыми. Мы аж в самом правдивом источнике информации в Википедии посмотрели, что Аравийское море, Оманский залив, Персидский залив и Красное море. Это есть когда-то там, да, воды, воды. Это воды Индийского океана. Ну, на Красном море в Египте вас не везут на Индийский океан? Нет. Нет, потому что его там нету. На Занзибаре Индийский океан, да. На Шри-Ланке Индийский океан. А снова, смотрите, как переход разрисовали. В общем, спасибо. Народ, если хотите на экскурсию, будет прикольно, но вы в Индийском океане не покупаетесь, будучи в Арабских Эмиратах. Вы будете рассказывать, но залив выходит сначала в Аравийское море, и потом очень долго до него, до Индийского океана. Поэтому хотите Индийский океан, это Шри-Ланка и другие страны. Да, просто мы видели океан, видели раскат волн. Была я на Фуджейре, нифига там не океан. Ох, как вода просто летит на меня сейчас. Ой, красота. Ну как, это больше вариант, который мы сейчас переходим, да, но безопаснее. Безопаснее, тут тоже машины летают, вы знаете, эти Эмираты здесь безопасно, да, безопасно. Но не все водители хорошо вводят и снова, снова,
снова начался ветер. Они считают, что они хорошо будут. Да, ну вы знаете, они ошибаются. Да, давай. А вот мы уже к заливу выходим, вопрос только, где здесь пляж. Вот уже Корниш, люди уже катаются, люди гуляют, наслаждаются, даже приближу вам. Да. О, люди здесь без масок, слава богу, это ж Корниш, здесь, когда гуляешь, занимаешься спортом, можно без масок ходить. Да, мы спортом, вон дети на роликах. Можно передохнуть на лавочках. Класс. Семьи балуются. Ну да, мы говорим море, но это залив. Интересно, нас слышно там? Может, ветер, конечно, приходит? Слышно, слышно. Я думаю, что нас слышно. А вот теперь смотрите, красота. Сегодня такая бирюзовая вода. Мне не напоминает сейчас Эмираты. Мне напоминает сейчас какой-то, я не знаю, даже Таиланд, наверное. Эмираты. Это Эмираты. Наташа уверена, что это Эмираты. Ну, шикарно. Отель Fairmont, точнее не отель, а апартменты, может там купить себе квартиру для всех национальностей. Мы даже вам прикрепим видео в описании, мы там гуляли рядом. Слушай, в Марине Моле. Можно я тебе говорить? Нет, развивается флаг, такой сильный ветер, да, северный. Флаг просто стоит. Он стоит в одну сторону, это от там. Кто это? Подожди. Это чайка такая здоровая? Вот, флаг просто стоит. Это кто? Ты кто? Паспорт есть? Документы есть? Я даже не вижу, показываю, да? Я не показываю, а, так ну, уже видите. Светит. Ладно, идем. Все, идем. Берем вас с нами на прогулку по Корнишу. Столько видео сделали. Два ночных, по-моему, даже три ночных уже были здесь в Рэдисоне два раза в прошлом году. Ага, пару дневных видео. Ну, шикарная прогулка. И знаете, сейчас такая жаркая весна должна быть. Но мы просчитались. Просчитались, и наша даже какую-то одну кофту не взяла, да, ты какую-то джинсовку взяла, я говорю, возьми. Она говорит, да зачем, такая жара будет. Я имела в виду, возьми в мол, в принципе, потому что в моле холодно, я не имела в виду. Чтобы ты вспомнила, сколько неделю назад, какая была так жарко была. Да, в Эляйне было жарко, а Эляйне и Абу-Даби, это один эмират, но у нас нет моря. Хорошо, точнее, все залива. Равно как похолодало у нас, пару дней назад похолодало. Ну, так же здесь так холодно. В Киеве снег. Ой, как цветет программа, наверное. Да, здесь же можно маску приспускать. О, все, уже бьет в глаза, надо очки одевать. Одевай, одевай. Да, сейчас буду одевать очки. Ох, вот и... Да, что, я очки одеваю. Что тут написано у тебя? Happiness, что? Ну, короче, счастье. Сумка, приносящая счастье. Да, ну, небольшие каникулы, это радует. Да, вон, по-моему, этот пляж, наверное, бесплатный. Да? Ну посмотрим. Ну вот видишь, заграждение шло. Я еще Family Beach платно, туда всего лишь хоть 10 дирхам стоил, по-моему, и там сразу предлагалось и зонтик, и бэт, ну, и лежак. Да ты что? Да. Ну посмотрим. Ну тут что-то я зонтиков не вижу, поэтому, наверное, это... Я думаю, что это бесплатный пляж. А я извиняюсь, а туалет, переодевалка, душ. Я думаю, что внутри залива. Внутри залива? Да. В смысле, как это залив? Да ну тебя! В комментах напишите, Наташе, как это. Да ну. Может, дальше где-то, да? Вон лежаки стоят, значит, они платные. Лежаки-то ладно, фиг с ними, у нас есть этот, а зонтики-то где? Ну, я думаю, что вот, тоже. Меньше. Хотя такой ветер, что, наверное, зонтики не откроешь. А для этого мы сгорим, тоже не а что делать? Пальмы стоят. Ой, хороший вариант. А пальмы тоже не а сегодня, я надеюсь, не женский день? Помните про пляж Эль-Мамзар в Дубае? Был женский день, наших друзей не пустили, повторили по Васыдарю. Но они пошли на другой пляж, говорят, тоже все удалось, все было классно, но они пошли на пляж, который напротив, который общественный. Мамзар тоже классный пляж, но женский день. Не знаю, вот нам какая-то женщина верещала, не снимайте меня, хотя ее даже видно не было, но я не снимала. Это ее, да, это... Ну вот, смотрите, какой белющий песок, какой классный вообще. Слушай, а колесо обозрения работает? О, да, но возле Марины Мол. А вон я его вижу где-то. Да, Марина Мол такая большая вот штучка возле Фэрмонта, апартментов. Очень много видео тоже были, очень классный мол. Но нам наш трейд-центр тоже очень нравится, просто супер.
клево, клево везде. Ну, это как бы сказка. Ого, ветер. Наверное, на видео будет такой пищать. Так у нас же такое есть. Ну ничего, оно распустится, это оно только зацветает. Так что все нормально. Ой, нет, это какое-то другое, слушай, классно. Наташа вот смотрит, говорит, а что-то купаться люди не купаются-то особо. Да, люди особо не купаются, вообще не купаются. Да, такое море очень красивое. Прогулка супер, правда, у нас две сумки. Но вот мы понимаем, что... Не знаю, разве что ноги помочь. Покажем пляж и получим ноги. О, как пальмы просто качаются. Вот такая она набережная Борнеж. Это ж не может быть. Вот этот мол, который там галерея. Не, чуть-чуть потому дальше наш Редисон, да, дальше, да. Дальше. Наш Редисон напротив Фаермонта. Ну, да. Хороший отель, отличный, сейчас он просто какие-то час, космические, да? Деньги стоят. Да, наверное, но опять-таки у Редисона свой пляж, все шикарно, но те деньги, что сейчас они запрашивают, просто, ну, ребята, выкрутили, но не настолько. Ну вот, смотрите, уже видим вход, уже видим, сейчас войдем, покажем вам. Я понимаю, что... Скорее всего, купаться мы не будем, потому что вода, ну, наверное, на пару дней жары, чтобы она прогрелась. Хотя очень хотелось покупаться в водичке. Еще говорила, Наташа, давай поедем, ну, покупаемся. Наташа такая, я уже сама вчера. Мы не выйдем на пляж, да, мы не дойдем, жары, мы сгорим. Мы в 6 утра мы сгорим. Да, да, да. А нет. Все, идем. Что это за домик? А вот это, наверное, может, в туалете что-то говорила. Ну вот, слава богу, значит, есть. Вот ступеньки. Хорошо. Ой, белющий идем, песок. Идем в инфраструктуру. Ну, идем сразу посмотрим туалет и скажем, есть ли он. Смотрите, бесплатно. То есть мы зашли бесплатно. Ну да, там есть правила. Ну, смотри, я сейчас не снимаю так, да, близко. Я снимаю только правила. Мы подойдем, я сниму только воду. Действительно могут забрать телефон и сделать замечание. Они просят приватность. Соблюдайте, пожалуйста, да. Приватность. Но если я сейчас просто буду тесть телефоном, конечно, кто-то попадет ко мне в кадр. Поэтому я вам так покажу. Дети, сейчас снимем инфраструктуру. Все правильно, что дети в сопровождении взрослых. Покажем вам все. И уже подойдем к морю, я начну снимать. Потому что действительно они правы. Здесь эта приватность очень важна в Эмиратах. Ну, наверное, ни одну другую страну я не видела, чтобы сильно подходили и заставляли стереть видео. Нет, а кстати, в Карифоре или где-то еще давай, вот у нас стерли видео. Если тебя человек просит удалить, да, то, ну, как бы это нормально, да, да, потом, если да, это. А если начинает просто лезть в кадр и кричать, не снимай меня, ну это как бы... Да, вот тогда вот там сумасшедшая в пляже Эль-Мамзар. Мы не врачи, чтобы вы сумасшедшие не сумасшедшие. Так, мужской? Да, мы стараемся людей поэтому не снимать, особенно в Эмиратах. В других странах это вообще не вопрос даже. Не, ну вообще, в принципе, это как уважение. Не, ну как бы уважение, да, это нормально. Так, ну хорошо, он работает, дай проверим. Ну давай, вот женский туалет. Наташа проверит. Можно зайти? Ну, давай покажем, чего. Ну, нормальный туалет. Туалет, короче, есть народ, так что... Ну, давай, я зайду уже. Ой-ой, чуть Наташа меня не это. Ну, смотрите, есть и бумажка, и вот это все. А, душ есть? И душ есть, все. Все есть, народ, все прекрасно. Душа, это... Вот так, сейчас, чтобы я не... Ступеньки-пеньки-пеньки. А вот что это вот это создание? Это кубик. Называется здание кубик Рубик. Значит, есть все, смотрите. Я думала, все в Сибири, все в воду. Зря я так думала. Ну, песок радует. Песок белый, класс. И почистили. Это, наверное, что-то станция какая-то. Электричество. А вот есть карты. Мы, видимо, здесь, да? То есть вот мы где, да, и а мы вам здесь видео всегда снимали обычно отсюда. Вот здесь. Мы начинали вот здесь, идти здесь. Отсюда, я показывали им видео, а потом шли еще вот туда, вот показывали корни. И, наверное, еще дальше. Да. Фэмили парк еще дальше. Так что вот так, сейчас подойдем к водичке, я включу камеру, чтобы никого не засняли. Ну, все, покажем вам. Кстати, а что здесь? Команда, спасатели. Да, кстати, обойти карту, это на английском будет, а то мы вам на арабском засняли, так что все вот, на английском смотри, есть. Одну секундочку, открыто с... Подожди, ага. Beach Park Times. Как это? Это парк, наверное, открыт. В смысле, а что, до 12 только?
до 12 ночи, да, что-то в парке шастать. Не надо. АМ. Не шастать. А вот с 7 до сансета, так сказать, солнце зашло, уже купаться нельзя, работает пляж. Вас уже будут выгонять, потому что это, ну, это очень опасно плавать, когда темно. В общем, правильно. Все, идем на пляж. Смотрите, идем мы по песочку. Что мы хотим еще вам показать? Кружки. Вы загораете в кружках. В кружках. Потому что это все еще дистанция, это Абу-Даби, поэтому в кружках мы загорается. О, молодой человек зачем-то выпил музыку, и она орет всем с такой радостью. Сейчас прямо вам сразу покажем, потому что люди почему-то начинают смотреть на нас, что мы с камерой. Мы вас не снимаем, все хорошо. Ох, хотим сейчас сбрасывать свои лапти. Нет, наверное, подальше их сброшу. И мы с вами идем к заливу, точнее, к морю. Ой, мне кажется, там Дубай дикий. Ну, давайте. Ну, цвет шикарный, море, цвет шикарный. Друзья мои, я очень надеюсь, что камера вам передает. Нет, это аж Таня, хоть я поснимаю. Ну, холодно, это просто очень холодно. Не, ну люди купаются, немножко есть, два человека, я не буду наводить камеру, потому что аж не хочу, чтобы снимали видео. Пять человек купается, вообще класс. Так, знаешь, я хочу вот это там женщина жопой трусит, это хорошо. Наташа все еще видит? Нет, она в прямом смысле жопой. Виновата, что она реально прикольно, знаешь, никакие танцы. Я не умею. Но она стоит, трусит, трусит, да, ну ладно. Что, я виновата? Она же на публику идет. Она сидит и музыку слушает, а свет. Да, ну понятное дело. Ну сами громкие, я понимаю. Ну Наташа все-таки решила поплавать, молодец. Нет, я хотела, говорю, я могу даже сделать вид, что я захожу. А мне так надуло, я уже в лайзер засунула капюшон, стою, я к топограду. Это что, я не хочу, я еще полотенце. То есть Наташа чувствует себя хорошо. Так возьми его, обернись полотенцем. А у меня просто дубак. Наташа, налетай, да. Наташа наслаждается жизнью, это правильно. Молодец. Давай, разгоняйся, вода классная. Ну, купается еще молодой человек. И еще пару молодых людей и Наташа. Молодец. Водичка классная, но прохладная. Для меня прохладная. В общем, вот такое у нас видео, как добраться, народ. Как добраться из нашего отеля, из центра Абу-Даби до пляжа Корниш бесплатного. Там где-то должен быть платный, но он подальше. Он подальше. Я не знаю. Что? Вода прелесть. Прелесть? Она холодная. Она прелесть. Нет, она прелесть. Да, мне так очень холодно. Сейчас. Подожди, давай будем загорать. Все, такое видео у нас было. Прогулка среди небоскребов и переход, и Корниш, и вот бесплатный пляж с шикарным, но прохладным заливом. А мне теплый. Ну, очень холодный ветер. Все, шикарно. Все, желаю вам всем побывать здесь. Пишите комменты, ставьте лайки.